Как с ними еще бороться, если не поджогами раздались выкрики молодых чеченцев из зала, где проходила пресс-конференция главы комитета против пыток Игоря Каляпина, как раз посвященная традиционному способу борьбы режима Рамзана Кадырова с терроризмом путем поджога и сноса домов родственников подозреваемых. Сама пресс-конференция проходила в независимом пресс-центре, очевидно, забросавшие яйцами проклятиями активисты точно знали, куда и когда идти. Накануне лидер Чечни в своем инстаграме, главном средстве массовой информации Чечни, сообщил, что некий человек по фамилии Каляпин передавал деньги боевикам, которые участвовали в захвате Дома печати. Подробнее обо всем этом Кагершин Сагеев. Независимый пресс-центр, спикеры, правозащитники. Тема разговора – поджоги домов в Чечне как способ расправы с родителями, с теми родителями, кто вырастил нерадивых детей, ставших боевиками. Уже известно, что в Чечне сожжено 8 домов после нападения на Грозный. Отмашку силовикам дал сам глава республики Рамзан Кадыров. В своем инстаграме он сказал: родственников боевиков выселять, дома сносить до фундамента. В данном случае речь идет об абсолютно четком сигнале, если не сказать приказе правоохранительным органам республики, уничтожать дома семей боевиков, преследовать семьи боевиков. Кадыров таким образом, как губернатор одного из субъектов Российской Федерации, безусловно превышает свои полномочия и отдает преступный приказ. В Чечне начинается зачистка. По нашим данным, ночь с 9 по 10, до 10 декабря была собрана полиция всех районов. Им объявлен план по зачистке. В скором времени начнутся подворовые квартирные обходы в городе Грозном и в других районах. Упоминалось село Алпатово. 6 декабря там сожжен дом Байсангура Уцемиева, дом отца Байсангура Уцемиева. Проблема в том, что отец давно ушел из семьи, а Уцемиев жил с матерью. И, собственно, отец не имел отношения к этой семье. 9 декабря сожжен дом в селе Катрюр Тачко-Мартановского района, дом Хамзата Батукаева. Среди убитых в Грозном Хамзата Батукаева нету. Правозащитники комментируют действия главы республики. Игорь Каляпин подал против Кадырова сразу 2 заявления в Следственный комитет и прокуратуру. Каляпин объясняет, почему. Ну вот, все совершенно очевидно. Должностное лицо высокопоставленное, нарушило российские законы, призвало к совершению насильственных антиконституционных действий. Я потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Можно? Но правозащитника прерывают. Сначала председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев, вот он на видео спрашивает, а как еще с ними бороться, если не поджогами? Далее в Каляпина летят яйца с криком: «Вы защищаете преступников». Уверяю вас. Вы защищаете преступников. Вы яйца потеряли. Коллеги, я считаю, что мы продолжим наше мероприятие. Александрович, разрешите джару. Ну. Мы продолжим наше мероприятие. Игорь Каляпин. Провокацию, если не ждали, то она была предсказуема. Вчера Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме, что он главный правозащитник Чечни и что деньги боевикам передавал некто Каляпин. Ранее я заявил, что родственники должны отвечать за преступные действия сыновей, если они не остановили их сами или не обратились в полицию. Некий Каляпин встал на защиту бандитов и их родственников. У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмата Умарова передавал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь. А если подтвердится, предъявить спрос. Я не позволю никому, ни под какой маской, содействовать бандитам. Что касается меня лично-то, наверное, я нахожусь в большей безопасности, чем, например, мои сотрудники, которые вот сейчас в Грозном работают. Потому что я все-таки там достаточно известная фигура. Я член президентского совета, там вхожу в какие-то там комиссии, комитеты и так далее. И, ну, меня вот разве что яйцами интересно закидывать. Вот. А убивать меня вряд ли выгодно Кадырову. Сейчас никто из сотрудников комитета против пыток, находящихся в Чечне, не собирается покидать республику. Хотя слова Рамзана Кадырова в Чечне равнозначны руководству к действию.
Ну и сейчас у меня на связи по скайпу Руслан Топаев, председатель Союза чеченской молодежи. Именно он сегодня попытался спросить у Каляпина, а как еще с боевиками поступать, если не поджигать дома их родственников? Ну, ответа на свой вопрос Топаев так и не получил, как мы видели в сюжете. Тут же в правозащитника Каляпина полетели яйца, после чего Рустам удалился с пресс-конференции вместе с неизвестными, которые устроили провокацию. Но сам он уверяет, что не знает, кто кидал яйца. Так, Рустам, так что же все-таки сегодня произошло там? Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, я бы сразу хотел несколько моментов обговорить, чтобы у нас было правильное понимание. Угу. Я на пресс-конференцию пришел со своим другом вдвоем. Тех молодых людей, которые кидали туда яйца, я их лично не знаю, но там на пресс-конференции я увидел, что это мои земляки. Это первый момент. Второй момент. Я всегда с уважением относился к правозащитникам и считаю, что это действительно важная и правильная профессия, но то, что я увидел сегодня там, это абсолютно, с моей точки зрения, никакого отношения к правозащитной деятельности не имеет. Как бы это для того, чтобы начать наш диалог. А по поводу самого инцидента, я вам скажу, что я туда пришел, чтобы действительно выслушать какой-то конструктив, может быть, какое-то мнение, позицию, или две позиции, разные позиции, потому что я считаю, что именно смысл правозащитной деятельности – это представлять все позиции сторон. Но то, что я увидел там, первое, что мне очень меня задело, это то, что я считаю, что правозащитники в первую очередь должны ценить жизнь человека. Неважно, да, об этом писал Кадыров в своем инстаграме. Я говорю, что если правозащитники собрались обсуждать тему, во время которой там погибло много людей, они хотя бы могли начать все это мероприятие с минуты молчания. Этого не было сделано. Второе то, что девушка, которая там начала говорить, она в очень таком ироничном тоне, очень надменно говорила про тех людей, которые погибли там. И она в итоге назвала тех сотрудников, которые штурмовали бандитов, показушниками, что они играли на камеру. И, соответственно, в этот момент я уже не выдержал, встал и сказал, что эти 14 человек погибли. У них остались семьи, дети. И какое право... Рустам, прошу прощения, что вас перебиваю. А скажите, пожалуйста, считаете ли вы действительно верным то, о чем писал Кадыров в своем инстаграме, что мы снесем их дома до фундаментов, и последующее сожжение домов, действительно, родственников подозреваемых сюда еще не было. Считаете ли вы это действительно цивилизованные меры, соответствующие законам Российской Федерации, которые, как я понимаю, принадлежит и Чечне? Я понимаю ваш вопрос. Я вам скажу, знаете как, все, что происходит сейчас, начиная этот захват, это выселение, это все трагические моменты, все плохое. Но из тех зол, которые есть, я считаю, что мы должны останавливать как-то терроризм. Касательно именно Чечни, вы знаете, что у нас есть свои там обычаи, даты, согласно которым мы во многом живем до сих пор. И я могу сказать, что если бы не было вот этого изгнания, и причем не всех, а именно тех семей, которые знали, которые потворствовали этому акту, то родственники погибших сотрудников МВД могли объявить кровную месть тем родственникам погибших террористов. А что кровная месть, она разве в законах Российской Федерации? Ведь если входить в Российскую Федерацию, я вам поэтому и говорю, что это наши обычаи, эта кровная месть могла быть объявлена, и могли быть еще жертвы. Понятно, что после этих жертв все равно бы тот, кто убил, сел бы в тюрьму и так далее. Но это бы не спасло уже жизни. А что это, теперь делать этим родственникам, если вдруг выяснится, что эти люди не виновны? И это наиболее гуманный метод по сравнению с тем, что им могли объявить кровную месть. Вот о чем я говорю. А скажите, пожалуйста, а что делать теперь этим родственникам, которые сейчас со своих, может быть, веками обитаемых домов изгнаны, а им теперь не пожмут руки в Чечне, и их теперь не пустят ни в один дом? Правильно я понимаю, что обычай и в этом заключается так же? Нет, их просто изгоняют из их родового села. Это тоже наш обычай. У нас... Знаете, по нашим обычаям действительно сын в ответе за отца, отец в ответе за сына. Это наши традиции исконные. Понятно, что мы живем в Российской Федерации, есть наши общие законы, которым мы всем подчиняемся. Но
ситуация с терроризмом, которая происходит сейчас, и с тем, как бы, что было, допустим, в 2003 году, и сейчас через 11 лет, мы прекрасно видим, что Рустам, только жесткие методы могут в этом плане помочь. А вы не думаете, что могут быть ошибки следствия, судебные ошибки? Могли бы вы, в конце концов, представить, ведь вы мусульманин, выходите из мечеть, что идет некая спецоперация. Вас тоже, извините, хватают, помещают в какой-то автозак. Конечно. На следующий день у ваших родственников сжигают дом, а вы невиновны. И суд потом доказывает, что вы невиновны. Вот что, как здесь примирить обычаи с законом? Опять-таки, я очень хорошо знаю специфику нашей республики. И я вам хочу сказать, что не всех, во-первых, выселили, кто был родственником террориста. Перед этим со всеми с ними была проведена беседа, были допросы. И у нас в республике ничего нельзя утаить. Родственники, соседи, друзья, знакомые, все знают. И я вас уверяю, там... Если уже что-то делается, то это делается уже осознанно, что все об этом знают, что это признанный факт. У нас пока не будет 100% уверенности, никогда никаких действий не происходит. Ну, то есть вы уверены, что все те, кто подозревается в теракте, они в нем виновны? Я думаю, что те, в отношении кого были произведены эти действия, что они действительно замешаны, да. И у меня есть 100% в этом уверенность. И у меня последний вопрос. До какого колена, до какой степени родства родственники должны отвечать за действия их, их детей, их сыновей? Вы знаете, у нас, согласно нашим традициям, это может идти из поколения в поколение, пока в каком-то роде... не будет завершена кровная месть. Либо это, либо две семьи помирятся, либо это как-то будет разруливаться каким-то иным методом. Здесь нет какого-то конкретного там количества лет и так далее. Просто если мы сейчас говорим о ситуации той, которая была сегодня именно на пресс-конференции, то я вообще просто не понимаю, с чего такой шум, потому что это действительно методы борьбы протеста, которым пользуются правозащитники во всем мире. Никто никого не поджидал в поворотне, никто никому не давал тумаков. Да, это были там яйца, ботинки, помидоры, неважно. То есть жизни Игоря Каляпина ничто не угрожает? Абсолютно ничто не угрожает. Я считаю, что мы, как там молодежь чеченская, мы уже не та молодежь, которая была там какое-то количество лет назад. Мы действительно можем там аргументировать, ставить свою точку зрения, рассказывать и доказывать. И на поле правозащитников мы можем действовать их же методами. Понимаете, эти молодые люди, я не то чтобы не поддерживаю метод, я эмоционально очень хорошо понимаю. Да, спасибо большое. Руслан Топаев был по скайпу. Председатель Союза чеченской молодежи. Именно он сегодня пытался спросить Игоря Каляпина, неужели вы знаете более гуманный способ борьбы с родственниками, с террористами, чем поджоги дома их родственников, после чего Каляпин был обстрелян яйцами.